Здравствуйте, мои друзья и гости канала. Просто показываю мой 100-литровый аквариум. Жизнь идет. Недавно рыбок кормила. И вот они там куда-то остатки таблеток задевали в какие-то уголки, что сами там достать не могут. Особенно боцы. Боцы, конечно, везде почти может пролезть. У меня мраморные боцы, и вон они там бегают сзади. Вот, выскочила красавица. Очень любят лазить по всяким закоулкам. И находят всякие остатки корма. Вот, например, птеригоплект даже и захочет, но трудно ему что-то достать. Остальные что-то с листиков подбирают, барбусы вишневые. Кто-то наоборот сверху, гупи, пицелии некоторые, кто-то внизу, а кто-то вверху. В общем, не остается потом ничего. А если что-то и останется, то вот они. То вот они, креветочки, вишни, тут как тут. Быстро работают лапками и подбирают все, что попало в растение. А здесь заросли роголесника. Им всегда есть чем поживиться.
Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.